В Екатеринбурге в третий раз состоялся детский крестный ход до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Учащиеся церковно-приходских школ со своими родителями прошли путь от храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери до святой обители, чтобы попросить благословения на текущий учебный год. Воспитанники около 40 церковно-приходских, воскресных и общеобразовательных школ присоединились к шествию, которое стало уже традиционным. В основном это жители города Екатеринбурга. Были и дальние гости из Каменска-Уральского, из Алапаевска, из Ирбита, из Николо-Павловского, из города Лесной Нижнетагильской епархии. То есть вот такие задорные дети прошли, не устали, все веселые пришли, помолились. Сейчас покушают и поедут. Цель подобного мероприятия – возродить благочестивую традицию начинать учебный год с молитвы и крестного хода, а также напомнить родителям о важности духовной составляющей воспитания. С просьбой, чтобы Господь действительно умудрил нас в этом учебном году, чтобы Он укрепил наши силы, с молитвой святым царственным страстотерцем, которые всегда являются для нас, для России и для Уральского региона, и в том числе для города Екатеринбурга в особенности, особыми покровителями во всех благих деяниях. По прибытии в монастырь святых царственных страстотерпцев здесь был совершен молебен на начало учения отроков, прозвучали молитвы о неспослании помощи Божией всем учащим и учащимся. С каждым годом количество участников крестного хода растет. В этот редкий для нынешней уральской осени солнечный теплый день около 1500 человек разделили радость совместного пути и молитвы. Сегодняшний крестный ход для нас был первый крестный ход. Это большая радость. Было трудно, но в конце нас ждала большая радость. Мне очень понравилось, потому что я несла хоругви. Я пришла, и у меня сразу перестали ноги болеть. Я с бабушкой и сестренкой приехала сюда поклониться царской семье и попросить прощения, и получить благословение. Устали, но с Божьей помощью все равно пришли, очень довольны, очень красиво. Дети вот уже не первый раз, а я сама в первый раз. Спать не хочется, кушать хочется, но все это вот все, прям вот добротой все переполнено. Вот. Понравилось.